Всем привет! Сегодня мы приготовим картофельную колбасу. Для этого нам понадобится непосредственно картофель, лук, сало и кусочек ветчины. Хотя можно и без ветчины. Итак, поехали! Для начала нарежем сало. Небольшими кубиками. Затем одну головку лука, тоже кубиком. Добавил изначально чуть-чуть сливочного масла и затем сразу отправляю сало. А пока жарится сало, нарежем ветчину тоже мелким кубиком. Сало обжарилось, добавляем лук. Буквально полминуты даем обжариться и добавляем ветчину. Добавляем ветчину. И буквально минуту времени и снимаем с огня. Пока у нас там обжаривается, приступаем к картошке и луку. Изначально берем лук, натираем на мелкой терке. Затем нарезаем мелкий картофель и отправляем его к луку, чтобы он не темнел. Наконец-то все нарезали. Теперь осталось добавить соль, приправ. Все, что обжаривали. И перемешать. Осталось взять вот такой девайс и сделать колбасу. Берем оболочку и приступаем к делу. Колбасу напхали, осталось ее только обжарить. Ее можно обжарить на углях, можно отварить и пожарить в сковороде или в духовке. Но мы будем обжаривать на углях. Наверное, все не влезет. Так что это или отварим и заморозим, или обжарим чуть попозже. Обжариваем минимум минут 15.
Осталось все это дело продегустировать. Обязательно надо со сметанкой. Прям банечки оближешь. Картошка пропеклась. Нежная, мягкая. Также можно сделать, чтобы попроще было, натереть ее на терке. Ну и, как я говорил, отварить ее и обжарить в сковороде. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!